Сегодня у нас новый день, и у нас сегодня по плану пешая прогулка от села Узнези до Чимала. Расстояние 15 километров. Кстати говоря, мы пойдем не одни. Мы на нашей базе отдыха познакомились с ребятами из Омска. И мы будем идти вчетвером. Мы нашли какой-то чудесный, опаснейший мостик, который ведет нас через реку Катунь. Сейчас можно видеть. Это все прекрасно. Вот, он немножко шатается. Скажу вам так, опасно. Но, кстати говоря, мост через вот эту вот Катунь до Патмоса, он еще опасней. То есть это как бы еще очень хорошее крепление. Оттуда сфоткай. Умыться хочешь? Нет, я не хочу, но... Вон, ледяная. Да. Мы нашли очень крутое место. Не знаю, как его описать. Вот так. Иди, иди туда, что ты? А что ты ее кинула там одну? Я промокла. Я подначу. Нет, я не пойду. Давай ручку. Нет, иди сюда, тихо, реально. Вот сюда наступали. Ой, нет, нет, нет. Иди вот сюда, и все. Вот, смотри, давай. Если я сейчас промокну. Да чуть-чуть, высохнет. Я не пойду в Чимал. Это женщина, она не засмеет. Аккуратно вот сюда. У тебя же шпагат есть. Вот, а теперь на вот эту. А теперь на вот эту прыгай. Вот сюда. Вот сюда прыгай. Мы уже почти пришли в Чимал, и об этом свидетельствует вот эта вот табличка. Вот где-то там за моей спиной она. Но на самом деле до нашей конечной точки, это остров Патмос и Чимальский ГЭС, я думаю, что еще пару километров идти, так что мы не сдаемся. В прошлый раз я сказал, что мы прошли нам нужно дойти 2 километра, мы прошли уже километра 3, и мы сейчас только где-то в центре Чимала. Вообще, красивый поселок, если можно видеть, да. Со всех сторон окружают горы и центральная улица, по которой мчатся машины. Но мы идем дальше к острову Патмос. Я надеюсь, километра 2-3 до него осталось. Хотя бы. Покупать собралась? Что? Будешь покупать? Не знаю. Да, вот это мне сама понравилось. Просто это подвеска, я люблю себе на шею эти штуки. Давай исполнение желаний, Галеончик. Он аккуратно смотрит. Покажи. Там какие-то заклинания. Ох, лето! Какие-то магические заклинания для исполнения желаний. У нас будут все желания исполняться. Ваше желание двигаться дальше. Исполните его, ладно? Купите и исполните его. На 500 рублей, пожалуйста. Посвящаю тебя в рыцаря Ланселота. Чего там Ланселот? Это какой-то обряд. Это же магический. Объявляю вас сестрой и сестрой до конца вашей смерти. Это обряд. До конца смерти. Ну, ты посмотри, мало ли что тут написано. Там же заклинания. Какие?
какой-то прикол. Да, какой-то. Это заклинательный. Сейчас, подожди, моя цепочка. Если вы рады, это хорошо. Да ладно, Тём, ну это же просто... Пришли. А здесь очередь, очередь, я думаю, мы минут 20-30 будем стоять в этой очереди. Он в очереди. Ну как тебе? Очень красиво, посмотри сам. Ну и, конечно же, я сам себя сниму на мосту, который ведет к острову Патмос. Вот так. Так, Артём. Что ты собрался делать? Так, Артём, как учительница такая, я буду купаться в Катуне. Подожди, пожалуйста, пожалуйста, во-первых, подумай. Подожди, подумай. Очень холодно. Там могут быть камни, пожалуйста, будь аккуратен. Хорошо, муж, ты мне еще нужен. А теперь можешь бежать. Давай. Да, блядь. Я так боюсь. Тём, капец. Капец, охренеть вообще. Ненормальный. Выбегай, выбегай. Холодно. Конечно. Ты это сделал, да. О, вообще ты герой. Твои ощущения? Тепло. Нет, сейчас вот реально тело сразу так. Попробуй. Попробуй. Я тебе говорю, это классно. Не последний раз. Я даже сейчас еще раз сделаю. Просто на самом деле свежесть. Очень сразу придает свежести и бодрости. А тебе не кажется, что ты что-то уже это... фанатизмом попахивает? Да не ёбнусь. Скажи прямо, что на языке. Все, мы решили до Чемальских ГЭС добраться на катере и там уже пойти на Козью тропу. А, нет, нужно сейчас отдать деньги. А камера это забрызгает вода или нет? Ну, вообще нет. Не должна, ее можно не убирать, да? Можно взять с собой. Ну, то есть посмотрите, перед тем, как будете к ГЭС подъезжать, ну куда-нибудь под жилетик там. Ага, ладно, все, я понял. Идем одевать жилетик. Поехали. У, всем пока! Козья тропа! Девочки решили попрыгать, ну я тоже решил попрыгать. Сейчас мы сиганем с этой тарзаночки и покатаемся над Катуней. Если ему страшно, ты понимаешь? Что? Если ему страшно, говорю. Сейчас смотри. Открой глаза! Яныч, передай привет маме. Привет, мам.